Главный архитектор Иркутска Сергей Александров встретился со студентами Института архитектуры и строительства ИРНИТУ. Идея встречи пришла после визита в политех мэра Дмитрия Бердникова. Тогда было много вопросов о градостроительной политике администрации Иркутска и решили, что необходимы ответы специалиста этой сферы. В прошлом сам выпускник политеха Сергей Александров в первую очередь рассказал, что вся градостроительная политика строится по новому генплану Иркутска, который был изменен летом 2016-го. Для функционального зонирования, где будет жилье, где производство, где рекреация, какая население, какая жилищная обеспеченность на метр квадратный человек, это все очень важно для подсчетов. Впервые в этом генеральном плане появились значки школы, детские сады в соответствии с расчетом. Раньше в генплане до такого уровня как бы не опускались. Транспорт, инженерный каркас. Вот, в общем-то, принципиально все, генеральный план, как я и говорил, больше ничего не нужно. Городское строительство ведется согласно утвержденным правилам землепользования и застройки с учетом специфики микрорайонов. Но очень много нужно уделять архитектурному облику. Проблем здесь хватает. Постараться его улучшить студенты ИРНИТУ могут уже сегодня. В рамках учебной практики их попросили помочь городскому управлению архитектуры и градостроительства подготовить паспорта фасадов зданий. Мы предоставим вам всю исходную информацию, какая есть у нас в наличии, и помощь в подготовке паспортов фасадов зданий. Это работа, которая там нужно будет дать свое предложение по цветам со специалистами, с преподавателями, со специалистами управления архитектурой, поработайте там по колерам и так далее. И, соответственно, документ будет утвержден и отдан в округа для реализации. Работа по подготовке паспортов фасадов не первый совместный с администрацией проект. Институт архитектуры и строительства ИРНИТУ сотрудничает с мэрией не один десяток лет. Много таких совместных, долгосрочных проектов. Даже мы вот выполнили почетное поручение мэра по благоустройству отдельных районов. Вот тот же бульвар Постышева разработали проект его благоустройства. Ну и много-много других. Есть задумки, разработка вот благоустройства нашей набережной здесь. Подобные встречи обещают проводить регулярно, чтобы студенты имели возможность получить ответы на волнующие вопросы из первых уст.